Аскон – крупнейший российский разработчик и поставщик программного обеспечения для инженерной деятельности, который используется более чем на 9000 промышленных предприятий России, Беларуси, Украины и Казахстана. Среди них такие гиганты промышленности, как «Беларусь-Калий», «Белшина», «Беларусь-Нефть» и другие. Выйти на более высокий уровень и присоединиться к крупнейшему разработчику с сегодняшнего дня смогут и студенты кафедры инженерной графики Белорусско-Российского университета. Что мы предлагаем сегодня вузы, учебные заведения? Полноценный профессиональный пакет программы Compass 3D, компьютерное 3D-моделирование, что, конечно же, позволяет учащимся окунуться в профессиональную деятельность, непосредственно представив себя за рабочим местом конструктора-технолога. Появление Центра инженерной графики и 3D-моделирования «Аскон» предоставляет возможность молодежи научиться проектировать изделия любой степени сложности для нужд промышленных предприятий. С его помощью учащиеся смогут повысить свой шанс быть востребованным специалистом в области инженерной графики на рынке труда. Дело в том, что сейчас уже инженерная подготовка не предполагает использование кульманов, значит, стерки, карандаша. Сейчас все делается в автоматизированном режиме, и с помощью открытия этого центра мы предполагаем существенно повысить качество обучения наших студентов. Вот они учатся проектировать модели любой сложности и в итоге становятся востребованными на предприятиях, на современных. Продукция компании «Аскон» распространена на многих предприятиях, как нашего региона, так и Беларуси, Российской Федерации. Это один из лидеров в своей отрасли. И, соответственно, студенты, обучаясь данной программе, естественно, уже внедряются непосредственно на производство хорошими специалистами, да, которые умеют проектировать и в 2D, и в 3D проекции делать, 3D-модели и так далее. Обучение в центре предоставит молодым специалистам и преподавателям широкие возможности для освоения программ, разработанных в «Аскон». После обучения инженерной графики и 3D-моделирования студенты смогут дальше осваивать программное обеспечение, но уже на наиболее тяжелом и высоком уровне. Также в планах у администрации университета предоставить возможность обучения современному программному обеспечению не только студентам, но и представителям предприятий и организаций.